Всем, друзья, привет, и мы продолжаем с нами пожарные. И здесь мы будем продолжать именно ту миссию, которую мы открыли. И это заправка. И нам сейчас нужно все подразделения, которые возможно. Всех забираем. Всех. Два медика. О, подождите. А я хотел бы... Смотрите, у нас химиков дофига. Два брата-акробата. Фрэнсис Шелби и Сильвестер. Они два брата. Интересно. Вот это да. Вот это поворот. Так. Я бы хотел кого взять. Давай. На. Девочку обязательно. Так, и кого здесь... Давайте медика еще одного. Два медика, два инженера, четыре работающие с токсином. Да, все, в принципе, да. Стартуем вместе. Дорога вдоль живописного побережья была не очень оживленной, но находилась очень далеко от нашей штаб-квартиры. Нам потребовалось довольно много времени, чтобы добраться до заправочной станции, которая в то время горела. День был жаркий и сухой, так что даже искра в ближайшем лесу стала катастрофой для нас. Если бы не сдержали ее достаточно быстро, но нам пришлось столкнуться с гораздо более серьезным вмешательством. Так, у нас получается высадка пожарных, да? Дополнительные пожарные называют. Прикольно. Надо рассмотреть эту ювину. Так, ну и что у нас здесь? Я вижу, здесь территория не умехилая. Здесь подстанция, которая наверняка будет полыхать. Так, здесь пожарка есть? А, просто этот... как видите, здесь... Ну, это пожарная, наверное. Позже. Но строительная какая-то. Просто строительная. Так. У нас проблема здесь. Видно прям лютый здесь пожар. Машины. Мы так далеко очень еще. Ё-моё. Так. По карте не очень-то и хорошо видно. Так, здесь надо вскрывать. Нет, не надо. А здесь вот начинается к бочке двигаться. Здесь пострадавший. Здесь вот бочки. Да, можно будет проехать. В любом случае, это. Так, надо будет, чтобы тушил. Здесь мы. Запасим сразу. Отлично. Здесь медицинская. Машина подъедет. Все ребята, двигаемся туда. Не знаю, конечно, успеют ли. Некоторые должны. Давай попробуем. Здесь баллоны. О, наши бегуны. Здесь смогли. Так, давайте сразу. Что у нас? Двое. Поставить сюда. Пусть занимаются химики. Они там, вон они бегут. Вроде бы быстро идут. Химика очень быстро. Да. Дверь. А, то есть здесь нормально еще.
Давай, и ты, девочка, с ним. Занимайтесь. Ну, сейчас обойдут ребята. Дверь проламываю пока. И здесь тоже надо. Отлично. Так, помогай. Здесь пилить понадобится. Может, ты сначала вот этот потушишь? Открывай. Трансформатор здесь. Что у нас здесь за ситуация? Сюда подойдите, разберетесь. Медик здесь, иди за... А покороче, а здесь, да, здесь же валяются. Хотя, пусть вот поднимает вот этого, проламывает. Так, вот так и вот так, да? Там же на Ctrl должно быть выставлено. А этот спасет. Сможет. Obstacle has been destroyed. Understood. The person is getting help in the ambulance. Fire extinguished. И что, смотрим, друзья? Помогай. Fire extinguished. The obstacle has been breached. Ну, собирайтесь, запаситесь водой. Бери. И машину. Ой, вообще просто заливается вода на... Изи, изи, вообще приятно. Мы были быстрее, но недостаточно быстрые. Лес в огне, но это не то, что вы можете легко потушить. И даже с летающими нитами в вашем распоряжении все вмешательство может занять несколько дней. На этот раз вам повезло, ветра в тот день не было. Поэтому мы надеялись на лучшее. Так, что у нас здесь? А, лес, да? Лесом мы, в принципе, справимся. А почему значка нету? Не. Все, разберется сам. Здесь продавший, здесь вот огонь, да? Вызови, да, воздушечку. Ну, может, да? Вот так, давай. Сделай доброе дело. Здесь я больше не вижу на этом участке огня. Ну, будем привозировать. Привизация. Так, здесь как раз медики нужны будут. Я вижу шланги где-то там. Сейчас наберется как раз и вот это потушим.
Вертушка зачем? Так, иди. Спасай человека. Пока. Ну проедь сюда тогда. О, подлекивается. Так, хорошо. Все выполнили. Вообще офигенно. Просто вот сюда вот надо будет потом. Мы проделали хорошую работу, но нам нужно было быстро проследовать складскую зону. Возможно, там было взрывчатое вещество, поэтому потребовалось наше немедленное вмешательство. Вот что-то новое. Так, хорошо. Так, разберемся здесь. Территория... Блин, не очень приятная. Загорается что-то. Попробуем сразу потушить. Здесь опасное, да? Ну, как всегда, не люблю эти территории, склады, все это. Так, все, давайте бежим. Туда. Здесь надо открывать, ага. А как мы сюда проберемся? Не может, да? А, дверь. Вот. И вот техник. Короче, вы вдвоем идите, берите вперед. Работаете. Так. Так, и вот так. И ты тоже. Так, так, так. Короче, кто успеет, тот успеет. Understood. Даже скорую подгоним. Водичку. Надо быстрее работать. Быстрее. Производственная часть. Вперед. Да. Obstacle has been destroyed. Проходим, проходим. Проламывай здесь, иди. Режь. Так. Там машина, надо тушить. Отлично. Так, помогай, инженер. Хотя вот, теперь можно здесь. Машин для тушения проверит. Помоги ребятам. Все, помогаем. Ну-ка. Вы что, не можете пройти? Давайте вызовем дополнительный расчет. Помогут. О, парни бравые. Все. Вы надолго? О, братья. Два брата-акробата и еще... Наш лейтенант очень похож. А почему? Ну и что? В чем сложность? Тушить?
can't do it. Короче, вот эти вот не могут тушить пожары внутри. I can't. Странно, конечно. Очень странно. Так. Анна-Мария, давайте. Туда перейдите. Туда переходим потихонечку. On my way. Медик. Fire extinguished. Person located. Горшочек здесь потушил. Все хорошо. Короче, вот эти вот, они чисто для понту. Огонь достиг соседнего склада. Нашим приоритетом было предварительное распространение на соседний распределительный щит. Мы должны были очень быть осторожны. Тем не менее, очень был опасен риск и высок ударом электричества. Так, ребята. Нам сюда. Здесь скрывать надо, да? И давай. Хотя наш. Пусть скрывает. Это здесь очаг, да? А где еще? И все? То есть внутренний очаг в данном здании. Здесь проход есть, и все хорошо. Не химоза дофига. Здесь дофига химоза. Ну, фигим. On my way. Так, отлично. И машина сюда. Подай вот сюда лучше. Двигаем, двигаем. Будет быстрее. Что это за петляние по змейкой? Это новое, не особо понимаю, но Water refilled. My tank is full now. The obstacle has been breached. Water refilled on it. Вперед. Вот этот отряд еще. Пусть занимается. Ё-моё. I'm blocked. My tank is full now. Through. Water refilled. My tank is full now. I'm blocked. My tank is full now. Don't pass through. Fire extinguished. Может, ты начнешь уже, да? Тушить. Так. Proceeding. Impossible. Impossible. Ну это понятно, что ты не можешь. Okay.
Отлично, это вы могли сделать. Иди спасай. I'm approaching someone. Roger that. My tank is full now. Такое чувство, что где-то еще горит. Water refilled. Ну, заправляется. My tank is full now. Они бесполезные. It took a lot of time before this place was restored to its old beauty. When I remind myself of that day, I always think how one second of inattention can change the landscape for years. Ничего себе, 7000. И это легко. Это было легко, друзья. Почему? Миссия-то такая. На... Я не понимаю, почему так легко. Так, давайте посмотрим, что там. По скиллу. Раскидаем. Ну, этот ничего не получил, потому что он не был. 10 тысяч. Техник 6 тысяч. Но ему нужно 8 тысяч. Лучше всего, конечно. Игорян. 3000 на технический девайс, чтобы ему лучше. Давайте, наверное, может, 5 накопим, да? Или все-таки. Давайте хотя бы техник, он должен все-таки заниматься быстрее. Так, Маккей наш главный. 7000 нужно ему. И защита 11000. Прилично. Джен Пералта. Новенькая девочка. Старается. Не могу быстро двигаться. Защиту бы ей, да, сделать. Хм. Девочка сможет. Я верю в нее. Братан. Братан Маки. Похожий. Так. Так, здесь 2000 надо. Райан Роуф. Тоже. Медики 6000. Но он даже не прокачан насчет поднятия, но у него, в принципе, он на медика, да? Вкачивать ему медицинскую помощь, типа, чтобы он быстрее таскал людей. В этот расчет брать. Давайте вот так сделаем тогда. Да, и типа, чтобы он быстрее. 4,5 хп у него. Ну и все, тогда делаем именно так. Чтобы он быстрее таскал людей. И мог даже, ну вот, на руках, под руку. Очень, очень классно. Так, и Миллер, наш Джек. Что у тебя? Восьмерочка. Двери на 100% он просто вырубает. Просто вырубает. Пока что не может. Пока что не может вырубать. Скалолазание. Девочка качается. Вонг, наш медик. Прокачанный медик. Кстати, у него самое отличное по условию. А, еще вот 8,5 ему прокачивать на лечение своих. Ну, точнее, поднятие. Поднятие человека на 15% лучше. Все. Ну и все, да. Гараж. Защиту или прок... напор воды. Лучше, конечно, напор воды. Вы все равно не увидите рукавов. И у них под рукой просто рукав. Постоянно. У нас не прокачана вообще водная струя на тачке. Вообще не прокачана, я скажу вам. Защита. Зачем? Не надо, не знаю. Так что у нас новые очаги. Давайте посмотрим просто очаги.
Воу, ландшафт какой-то перед каким-то какая-то территория здесь, видите, или внутри территории буйный пожар уже происходит. Токсичные еще отходы там. Арт-музей горит. Неплохо, ну, как бы сказать, не то, что хорошо, что горит, но просто это неплохо горит. А, здесь какой-то док-станция, где контейнеры хранятся. Рассмотрим в следующей серии. На этом все, всем хорошего настроения. Всем пока-пока, аригато! Пока! And it's up to us to take it back. We're everyone and we're everywhere. The ones who refuse, the ones who defy. Who are we? We are the Resistance. Join us.